Всем привет, с вами Овер, а на ваших экранах игра под названием Spooky. Давайте сразу же приступим к игре, это такой первый взгляд на игру, я вообще не играл, но как... Как говорит разработчик, эта игра ужасно милый хоррор. Ага, Spooky, приветик. Вот, то есть, сама Spooky. Это твой дом. Угу. Да-да-да. Быстро говорить, не могу прочитать. Но, в общем, здесь нам нужно проходить комнатки, как я уже понял. Вот, я еще в первой комнате, в нулевой, так сказать. Ну что, отлично, давайте сразу же приступим. А куда бежать? Может быть, сюда? Ускоряться можно, это прикольно, когда в инди-хорроре можно ускоряться. Еще раз повторю, разработчики говорят, что это милый инди-хоррор, то есть ничего такого необычного, собственно, нету, какие-то необычные картины. Так, я уже в третьей комнате, и пока, честно говоря, ну, то есть ничего не происходит такого. Ага, тут разветвление такое нам дают. Пустая комнатка. Ну вот. Хоть что-то, разнообразие какое-то. Так, отлично. А в какую комнату здесь? Опа, если я назад... А назад нельзя. А назад уже нельзя. И тут... Ага. Все. Я думал, просто несколько комнат на выбор, и типа надо выбрать правильную, но как похоже, нет. Так, а на кроватке нам нельзя не лечь, ничего. Угу. Ну, идем дальше. Восьмая комнатка. И что в ней? А в ней вот двери, две. Налево, направо. И здесь, то есть, получается, очень много дверей. Ага. А я выбирал первые попавшиеся. Так-с. Ну, идем только прямо. Давайте будем идти прямо. Не сворачивать, собственно, ни в какие косячки. Так. Уже 12-я комната, и за это время вообще меня никто ни разу не напугал, как вы могли заметить. И никаких... Даже намеков на страх и ужас не было. Так, тут тоже ничего. 14-я комнатка, отлично. Так, опять какие-то странные картины. Лава какая-то. Огонь. Оп. Так, а тут что? Тут тоже, видите? Давайте сходим налево. Или, не, лучше на... Ай, ладно. Не могу. Не могу никак... привыкнуть, что налево лучше не ходить. Так, 18-я комната, ребят, и на самом деле... Опа. Опа. И на самом деле вообще, то есть, даже звуки такие, ну, не особо страшные. Я боюсь играть в хорроры, но этот хоррор меня не заставил пока что испугаться. Так, 21-я комната. Я боюсь, что вылезет скример сейчас, когда я... Поменяю комнатку, буду переходить, вот, к примеру, сейчас темно, и вылезет сразу скример. Вот этого я действительно боюсь. Так, а я могу как-нибудь использовать или взаимодействовать с этими предметами? Маус один. Нет, ничего я не могу. Я могу идти только сквозь комнатки. И уже 23... А, давайте я буду просто ускоряться и бежать побыстрее, чтобы долго, собственно, не бегать. Так, одни и те же картины, в основном огонь и какие-то... Разрез белый. Опа, это похоже на класс было или что. Вот здесь сидит какой-нибудь учитель и рассказывает там правила жизни и хорошего этикета. Так, 26-я, 27-я комната. А, вот есть выносливость, я понял. Здесь зелененькая выносливость. Только сейчас обратил внимание. И вот сейчас какие-то звуки уже стрёмные были в той комнатке. 29-я комната, и по-прежнему вообще ничего не происходит. Ну давайте, я думаю, с комнаты 30-й, может быть, начнется, или с 40-й. Сейчас быстренько пробежим эти все комнатки. Нет, я все-таки надеюсь, что сейчас где-нибудь нас напугают. Самый неожиданный момент, я привыкну, что из комнаты в комнату мне ничего не бывает, и то есть никаких ужасов и страхов, а потом бах, и что-нибудь такое вот будет интересное. Давайте... смотреть и дальше проходить. 35-я комнатка. Отлично. Я уже бегаю просто в рандомные комнаты. Ну, пытаюсь как-то лабиринтами бегать, а не просто по прямой.
Отлично, шкафчик. Ну, мне такое ощущение... А, нет, вот здесь я еще не был. Может быть, комнаты повторяются, и надо выбрать какой-то определенный маршрут, хотя... Все может быть. Все может быть. Это инди-игра. Инди-хоррор. Все. Все такое. Так, 40-я комната, и до сих пор ничего нет. Но может быть, тогда с 50-й начнется, я не знаю. Вообще, я видел скриншоты, там 800 комнат, и вот так вот, что ли, бегать полтора часа ради того, чтобы в какой-нибудь последней комнате нас напугал кто-то, это, мне кажется, бессмысленно. Но я не теряю надежды, то, что сейчас что-нибудь будет. Играю первый раз, эмоции вообще вот, ну, первое впечатление мое. Поэтому я даже не знаю, чего ожидать от этой игры. Сижу в предвкушении, так сказать. Куда? Прямо давайте. Такс. И что у нас здесь? Это 49-я комнатка. Вот 50-я. Да. Вот, как я и думал, 50-я комната. Тут какая-то записка. Так, так, так. Поставите на паузу, если что, и прочитайте. Я все равно не смогу сейчас перевести. Так, game saved. А, отлично, я сохранился. И это лифт вниз. Да, получается? Ну да, он это низ. Или что? Да, я еду вниз. А, я уже в лифте. То есть, все, да, я еду вниз. На лифтике. И сохранился. То есть, 50-я комната, мне кажется. Ну, вот каждые 50 комнат будут сохранения. И получается. Все это... Так, что тут происходит? Все, 51-я комната. То есть, я спустился, получается, на этаж ниже. Или, может быть, вообще в подвал. Ну, тут по-прежнему... Записочка какая-то. Овер, овер. Вот тут есть, проскакивает два раза слово овер, и мне уже нравится эта игра. Так. Ой-ой! Ну вот, как я и думал, сейчас самый неожиданный момент, будет вылазить какая-то хрень. Но это милая игра, поэтому она не будет пугать. Она не будет пугать. Опа, закрыто. Первый раз комната закрыта. Не будет пугать какими-то жесткими ужасными монстрами, а будет, ну, вот такие миленькие зверюшки появляться. Ну, игра мне уже очень сильно нравится. В Стиме она бесплатна, кстати. Недавно обратил внимание на нее. Так, она... Мы можем сюда упасть? Нет, нет, не можем. Нам просто игра даже не дает упасть. Быстренько пробегаем. Усталость есть. Вот, поэтому отдыхать приходится иногда. Так. 56-я комнатка. Так, и он получается с записочкой. Ничего не понял. Так. Что здесь у нас? А здесь у нас какие-то клетки. И это 59-я комната уже. Ну вот, начинается потихонечку разгораться так у этой игры. Получается, какое-то пятно. Очевидно, какой-то монстр, да? И цвета Девавера из Дота, может, кто-то знает. Так. Maybe you should around first. A look. Что-то может подобрать, да, надо, получается? А, да-да-да-да-да. Putting splashing... А, красными буквами написано. Stop the choking. Господи, это кто? Надо было разглядеть. Я что-то испугался. Вот еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а как мне ее? Как мне с ней драться? Как мне с тобой драться? Или мне нужно убегать от тебя? Это кто? У меня очень мало здоровья. Я, наверное, не читал записки. Это было очень глупо с моей стороны. Надо, короче, от нее убежать по-тихому. Я не знаю, как с ней бороться. Это вообще. Кто и что? А где она? Все, отстала. Мне кажется, это она какая-то. Фигура женская. Опа, не туда. А где, где, где? Я слышу ее звуки. А, она все время сзади. Ну, или он, или вообще оно. В общем, преследует меня. И еще она летает сквозь текстурки и не бегает вот так вот. Как я... Господи, я побежал не туда. Тут обычный стол. А как мне? Она меня сейчас убьет, получается. Так, извини, пожалуйста. А, вот, можно ее оббегать. Короче, главное в нее не врезаться. Можно от нее отбегать. По-тихому вот так. Такс, 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 так. Все. 66-я комната. Интересно, что будет в комнате 666. А вот эта вот грязь, она замедляет, получается. Все, я разобрался.
Ну так, уже какие-то повороты идут в этой игре. Весьма прикольные. Так, 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 пробегаем быстрее. Ой, быстрее пробежать надо. Эту комнатку. А она постоянно будет теперь за мной? Или все-таки отстанет от меня? Так, вот не было бы усталости, мне кажется, было бы поприкольнее. Чуть побыстрее бы я пробегал все вот эти лабиринтики и бесконечно ненужные мосты, мне кажется. Ну, просто побегать так, что ли, в этом замке. Ну, не страшно. Можно было как-то сократить, мне кажется. Но ничего. Проходим в 70-ю комнатку. И что у нас тут? И идем прямо. Так, тут ничего, собственно, нового. А, я знаю, в принципе, для чего она нужна. Я предполагаю, я сейчас буду от нее убегать. Забуду про то, что тут может кто-нибудь вылезти. К примеру, расслаблюсь и буду сконцентрируюсь, короче, только на ней. И вот в этот момент, как через комнат 10, меня кто-нибудь напугает. Я уже понимаю примерно логику этой игры. Ну, очень даже прикольно, я бы сказал. Мне нравится. Главное, опа, новая картина какая-то. Ужасная, господи, надо было просто бежать прямо. Не останавливаться. А она вообще жесткая, да? Прям за мной, прям впритык почти была. Ну, если, конечно, повторюсь, это она. Так, так, где там? Нету ее. Оп. 80-я комната, я думаю... Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, через 20 комнат нам дадут сохраниться. И там уже... Так, это что тут такое? Какие-то компьютеры стоят. Ну, уже 83-я, еще немножко. Так. Я что-то активировал. Телефон. Кто-то звонит. Но я не буду тут оставаться. Потому что меня преследует наша мадам. Или уже не преследует? Да, по-моему, уже не преследует. Так. Опять однотипные такие же комнаты, то есть. Ой-ой-ой, приветики. Да. Такие звуки противные. Не то, что страшно, а просто противно как-то слушать их. Опа, так, записочку я пропустил какую-то там. Ну, все равно я их не читаю. Потому что на английском, а долго сидеть в тупице я не очень хочу. Так. 95-я комнатка. А, думаю, до сотой комнатки дойдем, посмотрим, как там в ней что. Если будет что-нибудь интересное, конечно, дальше попроходим. А если будет так скучновато, думаю, на этом и закончим серию и продолжим уже проходить дальше. Но давайте все впереди у нас, поэтому сейчас 98-я комната. Продолжаем проходить дальше. Так. Ага. Все. 99-я комнатка. Но я все-таки надеюсь, что в сотой комнате мне дадут сохраниться, чтобы я потом продолжил с того же места играть. А заново это все не пробегал. Вот. Но игрушка довольно-таки прикольная. Я бы, конечно, поставил больше здесь всяких скримеров различных. Собственно, этим игра и берет. Но как-то маловато. 99 комнат, и там пару раз всего лишь вылазили скримеры. И один раз нам показали какое-то чудо. Так, вот, сотая комната. Да, вот. Каждую сотую комнату получается... Идет сохранение. Или все-таки пройти... каждую 50-ю комнату, извините. Да, ладно, давайте еще чуть-чуть побегаем. 150 комнат пройдем. Может быть, на этаже ниже просто будет как-нибудь поинтереснее. Так, а я могу глянуть, что там? Нет. Ну, сотая комната, да. Мне кажется, принесет нам какие-нибудь... сюрпризики, но это уже получается на 2 этажа, я ниже. Так, вот, то есть сразу же, да? Так, как тебя прочитать? Угу. Сразу уже скример такой, типичный паучок вылез. Ну, это такое. Я хочу каких-нибудь таких масштабных приколов. Ну, вот на по типе той. Опа. Я вижу свет в конце тоннеля.
и музыка такая играет. И то есть надо найти дверь, да? А я уже запутался. Ну, побегу прямо. Пу-пум. Пу-пум. А, наверное, когда проходишь, надо звук, чтоб пикал, а не... А, назад уже нельзя. Пу-пум. Пик, правильно. 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 Или что, или я вообще уже с ума сошел. А, да, надо было по звуку ориентироваться, чтобы пингс, а не пум. И все, и пройти эту комнату. Ну, прикольно, уже разнообразие, но все-таки это хоррор. Я хочу, чтобы меня попугали. Принесите мне, пожалуйста, страха. Десятая комнатка. А, такой коридорчик. И темнота такая. Так. Комната 111. И в ней... Я думал, не будет ничего интересного, но типичный скримчик. Скримчик. Скример тут засел. Так. Опять какие-то компы стоят. 114 комната. Дамы и господа. И опять записочка. Было бы, конечно, интереснее, если бы игра была на русском языке, я бы останавливался, прям читал записки, прям вчитывался в них, понимал бы смысл и суть вообще того, что сейчас происходит. И здесь вот опять такая прикольная комната, наверное, тоже какой-то квестик мини. А, нет, просто обычная комнатка. 118-я комната. И здесь... Господи, это что, это мозг? Или... Да, похоже на мозг. И, да, похоже больше всего на мозг. Какая-то кровь. И нету... Нету двери. Может, мне надо активировать это? Так, может, мне как-то надо взаимодействовать с этим созданием или предметом. И, а, не-не, вот здесь. Вот тут комната будет, да. Тоже такое разделение было, чтобы запутать меня немножко. Так, 120-е. И вот уже... Вот если бы была такая обстановка всегда, было бы страшнее. Закрыто. 120-е, где я? Такое ощущение, что в какой-то лаборатории закрытый. Это вообще какой-то ребенок или младенец пришельца, да? Похоже, что-то такое. Что-то такое есть. И вот здесь какая-то говняшка. Так, опять я не туда, похоже, пошел. А, нет, смотрите. И карточку я какую-то подобрал. Наверное, собственно, карта это двери. Да, чтобы я открыл дверь, нужна была, мне кажется, карточка. Так, а в какую дверь сходим? Пойдем вот в навороченные двери или в старые? А, вот, я открою. Нет, закрыто. Стой. Я, получается, назад вышел, да? Вот здесь я не был. А тут и нельзя. Тут и нельзя открыть. А вот здесь. Ага. Еще одна записочка. Так, надо взять ее. Она никак не взаимодействует. Все. Так, что это такое? Что за звук? О, господи, таракан-паук. Создание ты тупое. Вот его там смазка, наверное, наверху или что это. По типу того, что было уже... Мы это проходили с вами, вот эту даму. Сейчас такой же паук, только у него наверху какая-то фигня. Не буду я останавливаться, а быстренько побегу. Это что такое вообще? Какая-то кислота. Ну-ка, интересно, надо на него посмотреть, как он вообще выглядит. Или он может проходить сквозь вот эти вот черные штуки и из них появляется. Ладно, пойдем дальше. 124-я комната. Опа. Куда? Попробуем сюда. Ну, давайте и вот сюда. Ага, и закрыта дверь. А где? А вот сюда. А вот здесь открыто. 125-я комнатка. И по-прежнему он, по-моему, за мной гонится. Так как эти черные пятна, они, наверное, от него это 100%. 127-я комната уже. 127-я. Опять такой мост уже было. Еще разок. И третий раз давайте нам. Налево, направо, давайте. Налево я уже ходил, направо сходим. Собственно, повторяются комнатки. Такие уже все были.
Ну и скоро 150-я комната, сохранюсь там. Скорее всего. Если никаких сейчас сюрпризов не будет. Так. Ага. Так, игровые автоматы. А нам... То есть можно даже поиграть. И пароль какой-то вести. Опа, мини-игра. Прикольно. А надо резать или как? Или что? А, да, надо резать. Бам. Бам. Ну, прикольно, я вам скажу. Так, ладно, выйдем из этой игры. Паспорт еще можно было какой-то ввести. Одна мини-игра или две? Get ready. Да, я готов. Ну и что? А, это обычный Пакмен. Ну ладно, не будем играть в Пакмена. Прикольно, прикольно. Есть мини-игры. Это очень даже интересно. Прикольная задумка такая. Но не будем останавливаться на таких моментиках. А все-таки хочется попугаться, ведь это инди-хоррор. Пусть он и милый, но все-таки хоррор. И надо пугать меня как-нибудь. Так, это вот этажи или что? Обычные навесы какие-то. 139-я комнатка уже. Быстренько пролетели ее. И получается 141-я. Еще 9 комнат. До лифта. До этажа вниз. Так. You are here. Ага. Так. Вроде что-то карты было или... Или типа того. Так, 145-я комнатка. И будет ли в 149-й какое-нибудь чудо? Так, это мы уже проходили. Такое я уже видел здесь. Идем, идем. На стуле ничего нет. Так. Здоровье, кстати, регенерируется, я забыл сказать. Вот, когда меня била та тетка, если можно так выразиться. В общем, то существо зеленое. Вот. Она меня хорошенько так покалечила, но восстановилась. Здоровье это радует. Не надо искать никакие плюшечки там, чтобы восстановить. Все, 150-я комнатка, опять лифт, и тут какой-то вот скелетик. Я не замечал раньше их. Так, нету записки. Угу. Ну все, сохраняемся. В общем, ребятки, всем спасибо. С вами был Овер. Это был такой, можно сказать, первый взгляд на игрушку Спуки. Всем спасибо, ставьте лайк. Если хотите увидеть следующую серию, активно поддержите, пожалуйста, лайками. Все, всем спасибо, пока-пока.